Всем доброго времени суток, снова с вами я, Игорь Шаститко, и я, как вы видите, снимаю путевые заметки, а именно путевые заметки из парк-отеля, который в городе Винница, обычный такой отель, удивительно прекрасный шланг противопожарный, о, точка доступа, супер, я теперь знаю, куда, собственно говоря, подключиться, надо будет приконнектиться, о, так тут все есть, да? Супер, можно кабелем подключиться. И, соответственно, здесь кабинеты, коридоры, вернее, номера и тому подобное. Но, на самом деле, это вот был вход с первого, там, второго этажа. А эта часть выходит во двор, а эта часть выходит на улицу. Мне достался самый классный номер, поэтому сразу говорю всем тем, кто захочет приехать в Винницу, заезжайте в парк-отель и просите номер 10. Почему номер 10? Потому что здесь этот номер называют студией. И он действительно оправдывает свои названия, кстати, вот он я, всем привет. А, кстати, еще один прикол порадовал меня, здесь нет, не здесь. Еще один прикол меня порадовал, первый раз вижу в отелях синие тапки. Смотрите, как стильно, синие тапочки, капли крови оставляют меньше следов, и там, хотя они сине-белые и напоминают чей-то логотип. Ну, подумаем. Так вот, номер представляет из себя, соответственно, сплошную стену из стекла, из стеклопакетов. И, как вы видите, фактически он мансардный. Скорее всего, это и была когда-то мансарда или какой-то из там балконов дома. И мы возвещаемся над старым городом, старой Винницей. В центре самое это... Козицкого, сквер Козицкого, вот вы его видите. Ну, стена, ладно, да, то есть, как бы, коридор, бог с ним, но посмотрите, какая комната. Вот честно, да, то есть, как бы, я бы с удовольствием поменял свою студию, если бы здесь была еще вторая комната, на такую же студию, и кухня, тут кухня еще нет, да, на такую студию, вот как здесь. Смотрите, как получилось все замечательно. То есть, это полностью стеклянная, абсолютно стеклянная комната. Может быть, зимой здесь, конечно, холодно, о чем свидетельствует стоящий в ванной обогреватель дополнительный. Но, в принципе, батареи везде есть, и вид потрясающий. Я сегодня утром проснулся, потому что мне солнце светило вот прямо сюда. Вот, кстати, постель не застелили, странно. Солнце светило сразу сюда, то есть, как бы, открыл глаза и так далее. Ночью, когда я спал, я видел здесь луну. О, какая туча идет. Вы посмотрите, какая страшная туча-то, а? Так вот, я видел здесь... Да, сейчас будет капец. Вот солнце закрыло. Я видел здесь луну, звезды. Было так отлично спать и тому подобное. Так что, будете в Виннице, заходите в номер 10, который откроет вам вид на весь центральный сквер. Сквер Козицкого. Здесь знаменитая башня. Уже 7:30, блин, я договорился 7:30 с народом-то встретиться. А центральная башня, я не помню, какая она уже, но это, собственно говоря, достопримечательность Винницы. Вот вы ее здесь видите. Утречком опять же проснулся, посмотрел, как люди туда-сюда идут. Ну, они вяло шли, сейчас как бы пятница, конец рабочего дня, намного приятнее. Еще одна вещь, да, то есть, как бы, которая порадовала, это... ванная, ну или санузел, да. Ну, во-первых, здесь, как вы видите, типичная душевая кабинка, но что это? Правильно, обратите внимание, это тоже окно. Это, знаете, как в том выражении про мозг, то есть ты сел и имеешь мозг, не даже не имеешь, а портив мозг прохожим, да, то есть единственное, что я так и не понял, в чем прикол строителей, почему они не поменяли местами биде и, соответственно, вот унитаз, да, надо было унитаз поставить возле окна, сел, читаешь книжку, смотришь на людей, ощущаешь себя единым целым, можно, если плохо себя чувствуешь, прямо вздремнуть, или наоборот, лежа здесь, вздремнуть туда, да, то есть, как бы, так, по-хорошему, ну, а здесь дальше идут, это, по-моему, крыша и мансарда других номеров или самого там ресторана, а дальше уже другой дом. Так что замечательный номер. Что его портит? Ну, оснащение типичное, да, для всех номеров. Что его портит? На самом деле ужасно липоватое
отделка вот этого всего. Ну, я вот исключительно не понял, каким образом мебель в стиле неоклассицизма или неоренессанса сочетается с стеклопакетами и абсолютно открытым таким пространством. То есть это мебели место скорее в таких темных закрытых домах. Ну, шторы так себе. Ну, ладно, оставим. Причем эти светильники, опять же, не сочетаются. А, кстати, по поводу этого самого, мне кто-то звонит. По поводу освещения я еще не понял смысл. Ну, отделка, в принципе, вот этими светящимися шнуром более или менее забавная. А вот в коридоре картина с этими аляповатыми цветочками, еще одним цветочком здесь. И опять же, все это подсвечено подсветкой. Такой вот, да. Вот еще лампочка здесь горит такая на входе. Входной фонарик. То есть, все здесь вот так вот выглядит. Из оборудования... Нет, я не собираюсь делать обзор, еще порадовало вот этот пучок овса, то есть, вы поняли, да? То есть, если заглянуть, когда у вас заканчиваются чипсы, сухарики, арахис, что там еще, ну, а пиво еще есть, или... а водки нет, что ли? Вино есть, водки, наверное, нет. Короче, когда у вас все это заканчивается, вы доберете овес, овес все-таки, или... ячмень. Не, это все-таки овес. Овес и по одному другому зернышку можете, соответственно, сгрызть этот овес. Ну, а впрочем, да, вот забавный еще столик, можно спокойно посидеть. Провод... Впрочем, вот честно, да, то есть как бы, квартиру с подобным дизайном, где одна стена и одна комната полностью прозрачная, да, то есть и я бы даже здесь и жил бы, может быть, спал бы, в смысле. И второе там с рабочим или жилым кабинетом плюс кухонька, я бы был не против. Ну, и хочу напомнить еще раз, это отель «Парк Отель», находится... на Виннице, на площади, вернее, в сквере Козицкого, адрес, по-моему, Грушевского, Грушевского, да, Грушевского то ли 24, то ли 28, отличный вид и отличный дизайн номера номер 10, будете в Виннице, просите номера номер 10, главное, чтобы я в это время тоже здесь не был, найдете в Фосквее или еще где-то информацию об этом отеле. Всем удачи, с вами был я, Игорь Шеститко, и мои путевые заметки, которые в этот раз посвящены отелю. Да, наверное, первый раз посвящены отелю, поскольку вот такой вот дизайн очень и очень порадовал. Всем удачи, счастливо!